К другим темам. Сегодня в стране вспоминают жертв геноцида в годы Великой Отечественной. В этот день, 80 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для немецко-фашистских захватчиков, виновных в убийствах и истязаниях советских граждан. В образовательных учреждениях по всей стране проходят уроки без срока давности. Ужасы геноцида в полной мере коснулись и нашего региона. Трагедия на Камышитовом заводе, лагеря военнопленных сразу в нескольких населенных пунктах. Это лишь некоторые примеры зверств оккупантов. На уроке в Белгородском механико-технологическом колледже студенты через различные задания разобрали понятие «геноцид», представили доклады о преступлениях фашистов. Я узнала очень много фактов и дополнила свои знания о геноциде русского народа. Поняла, что такое не должно повторяться ни в коем случае. И мы должны любыми способами это предотвратить. Сейчас у нас поколение такое, что об этом мало знаем. Об этом нам мало на самом деле рассказывают, потому что уже некому рассказать. И поэтому, да, несомненно, эти уроки несут очень важный смысл для нас. На развитие детей, на формирование правильных ценностей у детей влияет систематическое изучение истории, глубокое изучение истории. А такие просветительские акции, конечно, важны, но они все-таки должны являться чем-то дополнительным, дополнять всю эту работу. Главное – знать историю.